Приветствую вас! С вами Анна Лиманская и прогноз погоды на 19 февраля. В Краснодаре во вторник воздух прогреется всего лишь до плюс 3 градусов днем, но солнечно и без дождей. Порывы ветра будут достигать 8 метров в секунду. В Сочи также без осадков, ветер еще сильнее, до 14 метров в секунду, но температура воздуха теплее, плюс 7 градусов, хотя облачно и лишь иногда с прояснениями. В Анапе погода такая же, как и в южной столице, плюс 3 градуса днем, солнечно, без осадков. В Новороссийске плюс 1, плюс 3, осадков не ожидается, но северный ветер делает свое дело, так что одеваться теплее обязательно. Ну а теперь не о погоде. Чем же интересен этот день, 19 февраля? Во многих странах это День китов, или еще называют Всемирный день защиты морских млекопитающих. Что мы знаем о китах? Киты дышат воздухом при помощи легких, кормят детенышей молоком, а синий кит – самое большое существо на Земле. Его вес может достигать 200 тонн. У китов достаточно слабое зрение, а также совсем нет обоняния, поэтому окружающий мир киты воспринимают в основном на слух. Кит – это прекрасный символ жизни в море, большой и мощный, но в то же время весьма беззащитный. И об этом важно помнить. День защиты морских млекопитающих в России отмечается не так давно, всего лишь с 2002 года. Ну а спонсор программы – строительная компания «Стройэлектросевкофмонтаж». Отличные квартиры с ремонтом – покупай, заезжай и живи. Телекомпания «Краснодар» и я желаю вам хорошего настроения. До встречи!